Здравствуйте, друзья! Вы смотрите канал Секира. Сегодня мы поговорим с вами о фестивалях и вообще о ивент-индустрии. Что это такое и в каком она нынче состоянии. Мы с нашим средневековым магазином Секира постоянно выезжаем на различные фестивали, ярмарки, торгуем там. Не только по историческим фестивалям мы ездим, но и по различным рок-фестивалям и прочим мероприятиям. А также мы проводим свой исторический фестиваль «Былинный берег». Это не последнее по массовости мероприятие в России. В прошлом году мы собрали порядка 10 тысяч человек, участников и зрителей. И поэтому мы некоторым образом в теме. Так в каком же состоянии сейчас, в наше непростое время, ивент-индустрия? Как вы знаете, третий год нас немножечко терроризирует коронавирусная эпидемия, да? И в связи с этим два года крупные мероприятия в России фактически не проводились. Ну и не только в России, а вообще по миру. Несмотря на это, многие какие-то определенные мероприятия все-таки проходили. И сейчас мы видим другую тенденцию. Несмотря на то, что эпидемия продолжается, коронавирусные ограничения во многих регионах России сейчас снимаются активно, массовые мероприятия разрешаются, с одной стороны. Но с другой стороны, мы попали в новую кризисную ситуацию, которая, опять же, выстраивает для нас некую новую реальность, и из-за которой снова массовые мероприятия отменяются. Но уже не столько по инициативе ограничивающих органов, контролирующих, да, а по инициативе самих организаторов. Также не стоит забывать, что возникли сложности с приездом иностранных артистов. Ну, во-первых, многие страны так и не открыли после эпидемии, да, границы, въезд, выезд, и поэтому привоз иностранных артистов по-прежнему сложен. Знаете, сейчас наложены новые санкции на Россию, да, пошли ответные санкции, там авиасообщение стало еще более ограниченным, и привозить иностранных артистов стало снова сложно. Да, я бы даже сказал, еще тяжелее, чем было. Поэтому это тоже накладывает определенные ограничения. Что ж, давайте пройдемся по основным мероприятиям, которые проходят или собирались проводиться в России, и посмотрим на ситуацию с индустрией. Сейчас вот мы быстренько пробежимся по фестивалям разных жанров, взглянем, что вообще происходит. И после этого я расскажу, какая ситуация у нас сложилась с нашим фестивалем «Былинный берег». Потому что я думаю, что большая часть людей, которые открыли этот ролик, интересуются именно положением дел фестиваля «Былинный берег». Что же у нас происходит, в каком виде будет проходить фестиваль, будет ли он вообще и вообще. Итак, я сделал себе тут такие небольшие заметочки-пометочки. И поехали. В общем-то, начнем с главного российского фестиваля и одного из старейших, из крупных фестивалей, ну, не считая там Грушинского фестиваля, конечно, это «Нашествие», да. «Нашествие» не проводилось два года. Ну, все знают, да, что такое «Нашествие». В этом году оно заявлено на 29-31 июля, и вы знаете, вот до недавнего времени у них даже не работал сайт. Вот у них в группе ВК последний пост датируется 29 июля еще 2021 года. И вот буквально на днях, пока я писал эти заметочки, я обнаружил, что сайт заработал, да, то есть фестиваль планируется к проведению, но продаж билетов до сих пор нет. И будет «Нашествие» в этом году или не будет, не ясно. Значит, второй по значимости крупный open-air в России после «Нашествия» на данный момент это «Дикая мята», по крайней мере из тех, которые собираются проводиться. Да? «Дикая мята» планируется с 19 июня 2022 года. И что в этом году интересно, что они планируются проводиться не одни выходные, а два уикенда. То есть раз выходные с 17 по 19 июня, и потом фигак с 24 по 26 июня, они снова проводятся. То есть два фестиваля, да, как бы. И билеты они продают как бы и на один фестиваль, и на второй, и на два фестиваля одновременно, два по цене одному. В общем, да, планируется у «Дикой мяты» два уикенда, продажи билетов у них идут, соцсети регулярно обновляются, и «Дикая мята», очевидно, в этом году состоится, да, тем более вот коронавирусные ограничения убрали. Не будем стесняться произносить слово «коронавирус» в этом ролике, да, потому что, да, всем уже пофиг на коронавирус. Далее, за звание второго по значимости фестиваля в России с «Дикой мятой» конкурирует фестиваль «Тамань». Это фестиваль, который проводится в Краснодарском крае на побережье. И в этом году он заявлен на 11-14 августа. У них продажи билетов идут. Фестиваль планируется к проведению по плану. И чем он отличается,
от того же нашествия, так это тем, что обычно он привозит каких-то иностранных артистов. Что у них будет с иностранными артистами в этом году, совершенно непонятно. Но, тем не менее, вот у них, можете посмотреть в группе, какие-то артисты иностранные заявлены. Отмены они еще не заявляли. Так, дальше. Усадьба джаз. Ну, это довольно-таки, в принципе, немаленькое мероприятие. Усадьба джаз. Ну, что про него сказать? Что последний пост у них в группе ВКонтакте от 17 июня 2021 года. Фестиваль перенесен на 22 год, но никаких новых анонсов, обновлений в группе просто нет. Продажи билетов нету. Фестиваль, скорее всего, не состоится. Усадьбу джаз можно не обсуждать. Доброфест. Доброфест – это, по сути, клон нашествия. Менее масштабный проходит в Ярославской области на аэродроме. И в этом году он заявлен на 30 июня, 3 июля 2022 года. Продажи билетов у Доброфеста идут, в группе ВК анонсов нет. Кстати, вот еще до недавнего времени продажи были закрыты. Вот посмотрел специально, буквально вот на прошлой неделе зашли, стартанули у них продажи билетов. И на сайте у них нет никакой информации о том, какие вообще группы, музыканты примут участие в фестивале. Там даны какие-то перечисления, кто у них обычно там в прошлом выступал, всякие звезды. Но что будет с фестивалем, пройдет ли он вообще, пока ничего не ясно, уверенности нет. То есть Доброфест билет продает, а что будет на этом Доброфесте, как он пройдет, непонятно. Я вот сказал, что нашествие у нас в России как главный фестиваль позиционируется, да, и сами они позиционируют и по факту являются, там по 200 тысяч человек собирается. Тем не менее, за звание главного фестиваля объективно с ним конкурирует Park Life. Park Life – это фест, который больше делает ставку не на отечественного исполнителя, а на иностранного. И вот даже вот послушайте имена, которые были заявлены на 22-й год. Это вот Limp Bizkit, Gorillaz, Placebo, My Chemical Romance, Slipknot, Iggy Pop и все такое прочее. С таким составом этот фестиваль явно целится в звание главного рок-фестиваля в России. Но фестиваль перенесен на 23-й год. По понятным причинам иностранные артисты массово стали отказываться от приезда на фестиваль. По всем понятным причинам. Санкции и так далее, и так далее. Так, пикник Афиши. Немаленький фестиваль был. Но в 2020 году его просто не будет, и не обсуждаем пикника. Афиши. Так, о пикниках. Гик-пикник. Многие знают такой фестиваль, гик-пикник. Да, это фестиваль гиковской культуры, там, хай-тека, технологий, будущего и всего такого прочего. Научпопа. И в группе на данный момент у гик-пикника нет никаких анонсов, только в статусе английское слово soon, типа вот скоро, да, что-то будет скоро, что-то они скажут. Но перспективы феста явно не ясны. Хотя, если учесть, что фестиваль проходит при поддержке департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы, вполне вероятно, что у него будет все хорошо, как и у многих других фестивалей, которые проводятся за госсчет. Ну, наш Блинный берег на самоокупаемости. Никаких государственных денег. Вот, гордимся и все такое. В общем, по гик-пикнику ничего не ясно. Ну, будет-будет, не будет-не будет. Но анонсов никаких нет. Тишина полная. И если заговорили о фестивалях гик-тематики, то далее, конечно, надо упомянуть StarCon. В данный момент StarCon – это главный фестиваль гик-тематики в России. И StarCon в этом году пройдет впервые в Москве. Это обычно питерский фестиваль был, да? И со 2 по 3 мая он состоится в Москве. И также он состоится в Петербурге. Но когда он будет в Петербурге, пока что совершенно непонятно. Анонса на Питер нет, анонс на Москву есть. И, кстати говоря, мы собираемся вот принять участие в StarCon'е. И там нас можно будет найти. Мы будем делать совместную площадку с авторами настольной игры «Безумие короны». Ссылка на этот интереснейший проект будет в описании. И, в принципе, что сказать про эту игру? Ну, то, что это отечественная классная настольная игра. И вот ребята сами ее разработали, серьезно вложились своим трудом. И вот они ее сами за свой счет издают. В общем, обязательно изучите, перейдите по ссылке, посмотрите. Очень классный, интересный проект. Довольно интересно, что вообще организаторы StarCon'а дарят бесплатный вход на StarCon в Москве всем, кто сохранил билеты на StarCon Петербург, перенесенный с 2021 года. А StarCon Петербург на неизвестное время перенесен. Да? То есть это такая
приятная акция. Это вот прямо молодцы ребята. Старкон рекомендуем. Посмотрим, что получится в этом году. Опять же, со Старконом конкурирует фестиваль EpicCon. Ну, он, очевидно, менее масштабный. Но он тоже проходит и в Москве, и в Питере. И в Москве он заявлен на 18-19 июня. В Петербурге на 9-10 июля. Будем ли мы там принимать участие, не скажу. Мы там много раз принимали. В прошлом году мы не приняли участие в EpicCon, не сошлись там с организаторами по условиям нашего участия. Неважно. В общем, второй по значимости после Старкона фестиваль на гик-тему. В общем, пока что анонсируется, что состоится. Будет, не будет, непонятно. Comic-Con Russia. Это, в принципе, главный гик-фестиваль России. Я как бы сказал, что Старкон главный, да, но на самом деле главный это Comic-Con Russia. Но Comic-Con Russia непонятно, будет или не будет, потому что последний пост у них от 24 декабря 2021 года. И, видимо, фестиваль не состоится в этом году. Обычно Comic-Con Russia проходит в рамках фестиваля «Игромир». Это фестиваль компьютерных игр и всего такого, короче, вот этой вот игровой индустрии. И в паблике самого Игромира абсолютная тишина на данный момент. То есть, скорее всего, ни Игромира, ни Comic-Con Russia не будет. Да. Так, ну с гик-фестивалями все понятно, с рок-фестивалями все понятно. Да, то есть, понятно, что ничего не понятно, и многие фестивали отменены. Собственно, вы спросите, типа, Иван, а что ты вот нам про рок-фестивали, гик-фестивали? Вы же реконструкторы, и вот вы смотрите нас тоже, наверное. Если не реконструкторы, то интересуетесь историей, историческими фестивалями и всем таким. Типа, что происходит с историческими фестивалями? С историческими фестивалями, я вам скажу, происходит масса интересного. Как вы знаете, абсолютное большинство исторических фестивалей, ну, фестивалей исторической реконструкции проходят как раз за государственный счет. И поскольку коронавирусные ограничения сняты, на этот год заявлены многие мероприятия, которые последние два года не проводились. Среди них, например, времена и эпохи. Причем времена и эпохи – это очень интересно, потому что почему? Потому что скандал-скандал с временами и эпохами. На данный момент этот фестиваль анонсирован. Заявлено, что он состоится 9-13 июня в Москве. Да? И анонсировал его бывший главный организатор этого фестиваля Василий Тортыжов. Ну, как бывший, он в этом году главный организатор. И начиная с 2017 года он был человеком, который отвечал за этот фестиваль, был главным организатором этого проекта в рамках организации, которая называется ООО «Агентство старинных развлечений «Ротоборцы». Да? Но сложилась такая ситуация, что заказчик, непосредственно правительство Москвы, ну, не сказать, у ротоборцев отобрал этот фестиваль, но решила не обращаться к ротоборцам для организации этого фестиваля, обратиться к другому агентству, к агентству «Кипяток», в котором нынче работает Василий Тортыжов, и заказать этот фестиваль им. То есть в чем скандал-то? То есть, получается, сменили организаторов, да, вот Василий Тортыжов перешел из ротоборцев в «Кипяток», то есть главный организатор не сменился, но непосредственно вот агентство, которое будет выполнять эту работу, оно сменилось. И как пройдет фестиваль, не совсем понятно. Понятно, что если Василий Тортыжов справлялся с организацией этого фестиваля последние несколько лет, то он и в этот раз справится, это однозначно. Но сама идея этого фестиваля принадлежит, конечно же, безусловно, ротоборцам. И что самое главное, в чем главный-то скандал, в том, что ротоборцам принадлежит торговая марка «Времена и эпохи». И при том, что фестиваль заявлен с таким же названием «Времена и эпохи», как они будут решать эту проблему, как будет проводиться фестиваль? Группа ВКонтакте «Времена и эпох» по-прежнему принадлежит ротоборцам. То есть, как вот эти вопросы они будут решать, сохранит ли фестиваль название «Времена и эпохи», непонятно. Заявлено сейчас как «Времена и эпохи». Хотя идея принадлежит ротоборцам, и что самое главное, прям вот товарный знак, товарная марка принадлежит ротоборцам. Как они будут решать эти вопросы, непонятно. Скандал, скандал, да. Но если времена и эпохи будут, то мы примем участие, то есть мы будем в Москве, будем с нашим магазином, можно будет прийти пообщаться, что-нибудь посмотреть, приобрести. Конечно же. Так, главный фестиваль викингов в России – это фестиваль «Русборг». 6-9 мая 2022 года в городе Елец состоится. К нему мы активно готовимся. На него мы поедем на Русборг не только с нашим магазином, но и с нашим историческим клубом «Дружина Ильдерн». И что интересно, на Русборге есть открытый день для гостей фестиваля.
для бесплатного посещения, это 8 мая. То есть можно прийти. В общем, ссылка там в описании. Про Росборг у нас на канале есть два ролика. В общем, посмотрите, и Росборг мы рекомендуем. То есть от Москвы до Ельца это, ну, часа 4 на машине. В общем, стоит того, чтобы съездить. Очень классно, очень интересно. Во всяком случае, без всякого случая, короче, интересно, рекомендую Росборг. И Росборг, что характерно, это довольно крупное мероприятие. То есть на Росборге собирается порядка 800-900 участников. Среди них человек 300-400 бойцов. То есть прямо это массовое действительно сражение. Это интересно. Далее. Фестиваль Blood-Gold пройдет с 18 по 21 августа 2022 года. Чем интересен Blood-Gold? Тем, что это фестиваль, который проводит известный многим Клим Жуков. И на этот фестиваль мы тоже собираемся. То есть я тут не буду перечислять совсем уж все рейтинские фестивали, которые пройдут в этом году, да, потому что иначе у нас будет ролик на час перечисления всех фестивалей, которые пройдут. Ну, много пройдет. Самый интересный выделю. Blood-Gold, да, чем он интересен? Это тем, что это фестиваль Клима Жукова, да, то есть там можно непосредственно Клима Жукова встретить. В прошлом году это было чисто закрытое мероприятие только для реконструкторов. Приехало порядка 300 человек там, со всей России, с Белоруссии были люди. И в этом году там будет открытый день. И можно будет приехать, посмотреть. Вход будет платный. Сколько он будет стоить, непонятно. Ну, в общем, Blood-Gold, ссылку тоже дадим, можно посмотреть. Ладно. Собственно, главный вопрос, какие мы делаем выводы из всей этой ситуации, это то, что фестивали, конечно, пройдут, но фестивали будет намного меньше, чем обычно. Меньше, чем в доковидные времена. И, может быть, чуть-чуть больше, чем в 2020 году, но явно меньше, чем в 2021 году. Хотя 2021 год был, ну, тот же как бы ковидный и все такое, да. По Былиному берегу. Давайте про Былиный берег поговорим. Что с Былиным берегом? Что? Очень-очень-очень-очень много задают вопросы, пишут в личные сообщения. Будет ли фестиваль? Отвечаю, да, Былиный берег будет. Будет Былиный берег, несмотря ни на что. Даже если сложится такая ситуация, что вот прямо... Короче, если ситуация сложится прям худшим образом, мы все равно проведем Былиный берег, потому что вот вы знаете, что Былиный берег прошел в 2020 году, в 2021 году и вот в 2023 году. Ну, не такие проблемы, как были в 2020. Фестиваль будет проведен. Но есть ряд но, которые надо озвучить. Во-первых, все мы знаем, что сейчас довольно крупная инфляция в стране, да, плюс санкции, ограничения. Многие товары, расходники дорожают, поэтому, конечно же, выполнить заложенный изначально бюджет фестиваля мы просто не сможем. Мы вынуждены его индексировать. То есть нам придется увеличить бюджет и при этом порезать расходные статьи. Это означает то, что нам придется отказаться от некоторых замыслов, которые мы хотели реализовать в этом году. То есть в этом году мы хотели привести иностранных артистов впервые за историю фестиваля. Но мы решили отказаться от этой идеи. Опять же, сложно их привести из Европы. Во-вторых, бюджет. В-третьих. А что в-третьих-то? Ну, собственно, это главное. То есть от иностранных артистов отказались. И в остальном проблем нет. Былиный берег будет по плану. И сейчас единственное, чтобы вот этот бюджет окупить, разросшийся из-за инфляции, да, нам нужно прилагать гораздо больше усилий. Мы вот никогда особо в рекламу не вкладывались. У нас вот бюджет рекламы был там 100 тысяч. В этом году мы планировали там безумные 150 тысяч рублей на рекламный бюджет. Это просто смешно, потому что фестивали подобного масштаба, ну, масштаба Былиного берега, вкладывают в рекламу 1-1,5-2 миллиона. Мы таких средств не имеем, позволить себе не можем. Да? Поэтому мы всегда вот росли за счет сарафана. И тут же я обращаюсь. Зрители, если вы вот хотите нас поддержать, просто расскажите на своих страницах о фестивале Былиный берег. Там пару фотографий и такой вот постик, типа вот есть классный фестиваль Былиный берег, кому интересно, посмотрите. То есть главную новость я сказал, да, Былиный берег будет. С артистами сейчас различными мы ведем переговоры, у нас уже анонсировано участие Мельницы, Арконы, группы Хеллвеген, Сколот, Ольнютьель, Сколот, я уже сказал, да, Сварга, Алконост и другие артисты. То есть фестиваль будет мощный, мы его готовим и все будет хорошо. В общем, все, что хотел рассказать, и по ситуации, я думаю, что все объяснил. Спасибо всем за просмотр, смотрите наши следующие ролики.